Всем привет, на связи Сан Саныч, лучший гитарист города Казани, по мнению моей мамы. И сегодня я вам расскажу, как играть на двух аккордах разные песни. Я вашему вниманию представлю 7 песен. Начну я с детской песни «В траве сидел кузнечик». Погнали! В траве сидел кузнечик, совсем как огуречек. В траве сидел кузнечик, зелененький он был. Представьте себе, совсем как огуречек. Представьте себе, зелененький он был. Ребят, я показываю самый элементарный бой. То есть я провожу просто два раза вниз каждый аккорд. Понятное дело, что можно сыграть там «В траве сидел кузнечик, совсем как огуречек». Но я просто хотел бы ограничиться самым простым боем для того, чтобы начинающие гитаристы могли быстро освоить этот материал. Давайте пойдем дальше. Следующая песня – это будет песня «Цыпленок жареный». Цыпленок жареный, цыпленок пареный, пошел по улице гулять. Его поймали, арестовали, велели паспорт показать. Паспорта нету, гони монету, монеты нет, снимай пиджак. Цыпленок жареный, цыпленок пареный, цыпленка можно обижать. Тут, как вы видите, тоже используются два аккорда, как и в первой песне. Это аккорд АМ ля минор и аккорд Е ми мажор. Давайте пойдем дальше. Следующая песня, это, наверное, такая фольклорная композиция. Называется она «Вечерний звон». Поехали. Там два аккорда. Первый аккорд С, второй аккорд G7. Вечерний звон, как много дум наводит он. Следующая песня из репертуара группы «Ленинград», называется она очень политкорректно «Распиздяй». Поехали. Тоже два аккорда, АМ и Е, ля минор и ми мажор. Играется так. На работу не хожу и радио не слушаю, а что мне боженька подаст, выпью и покушаю. Ай-яй-яй-яй, я распиздяй. Ай-яй-яй-яй-яй, я распиздяй. Вот такая вот веселая песня. Следующая песенка из репертуара группы «Фактор 2», называется она «Марихуана». Там тоже всего два аккорда, АМ и ЕМ. Поехали. Она растет прям из земли, она к тебе на полпути, и ей так важно, что ты думаешь об этом. Трава подружится с огнем, ее пыхтеть мы будем вдвоем, не вспоминая о затратах и запретах. Конопля в руках и кумарный дым в облаках, мусора совсем не видит нас, мне так хорошо с тобой курить. Об этом где-то над землей мы пыхтим с тобой в облаках, как лавина снежная в горах, нас накроет громким и звонким смехом. Вот такая вот песенка. Так, дальше у нас по плану Вова Чума, Ираклий Пирц, «Халава». В свое время, когда я помню, смотрел «Фабрику звезд», эта песня была очень популярна. Давайте тоже рассмотрим эту композицию. Играется она на тех же аккордах, это АМ и аккорд ЕМ. Все очень просто, погнали. Расточительный взгляд, стильно модный заряд, в голове авангард трех девчонок подряд, обаятельный гад. Вова, Вова, Вова Чума, Вова, Вова Чума, Вова, Вова Чума, Вова, Вова Чума. И заключительная песня из нашего списка – это песня из репертуара Елены Темниковой. Называется она «Импульсы». Давайте посмотрим, как она играется.
Достаточно просто все, господа. Дело в том, что первый аккорд у нас аккорд ля минор АМ, второй аккорд у нас аккорд FmH7. Он берется как аккорд С, но только на уровень ниже. Мы опускаем, получается, третий безымянный палец на четвертую струну, а второй палец, средний палец опускаем на третью струну. У нас получается такая своеобразная лесенка. То есть аккорд лесенка, как правило, называется аккорд С, но это будет как бы лесенка только пониже, на этаж, на уровень, на ступень пониже. Вот у нас два аккорда: АМ ля минор и аккорд FmH7. Поехали. Я сквозь мембраны впускаю звук, и там изнутри играет сердце стук. Мы высоко в разноцветных тонах, на какой частоте унесет небо нас? Ночь не отпускает, ночь не отпускает. Ночь не отпускает нас, она беспощадна. Ночь не отпускает, ночь не отпускает. Ночь не отпускает нас, она беспощадна. Импульсы города накроет опять. Слишком рискованно им доверять. Импульсы города накроет опять. От них не убежать нам. Дело в том, что все, что я показал, играется на двух аккордах. То есть вы можете просто посмотреть и наглядно понять, как я все это исполняю. Вообще все эти песни можно, конечно, играть более сложным боем, но я не стал этого показывать, дабы это видео больше ориентировано на самых начинающих гитаристов, которые хотят изучить первые песни, где используется максимум, ну, два аккорда. Ребят, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и, конечно же, обязательно пишите в комментариях, на какие песни вы хотели бы увидеть разборы. До новых встреч, пока-пока!